Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые любители гармоники! С вами вновь Павел Уханов. Сейчас я нахожусь у себя дома и решил записать несколько видеороликов перед отправкой гармоник своим заказчикам. Дело в том, что на фабрике я обычно записываю видеоролики об инструментах, которые чем-то отличаются от ранее изготовленных. А если инструменты уже делались, допустим, те же модели, в тех же тональностях, то я на фабрике видео не записываю. Но для моих заказчиков, они считают это памятно, чтобы я сыграл на их гармошках, поэтому решил записать вот такое видео. Этот инструмент называется гармонь любительская в тональности си мажор. Я буду отправлять завтра в Брянскую область, а сейчас чуть-чуть сыграю на нем. Заказчик будет очень доволен, гармоника звонкая, яркая, это четырехголосный инструмент с соотношением голосов баритон, два тенора и пиколка, с таким очень приятным тембром. Ну а если вам понравился такой инструмент, знаете, что и для вас я могу сделать такую же гармошечку на Тульской фабрике, которая будет вас радовать. До новых встреч, пока!